Асим Басирова у нас на турнире. Хороший парень, целеустремленный. Хорошо руки подтянул, пока тренировался. Асим! Асим! Посмотрим. Желаю ему удачи. Надеюсь, он попадет. Красивый бой. Асим, удачи тебе. Иди, залезь, Асим. Красавчик, политолог, мощный парень, дипломат. Отлично держится в политической программе спортивной. Лосиха футболка, Мухаммед Вали, неприятнейшее событие, ушел из жизни, величайший боксер. Поэтому мир привык искусств, частности бокса, потерял легенду этого спорта. Надеемся, что наши спортсмены проявят сегодня такое же мастерство или, по крайней мере, желание выйти и добиться результата. А сейчас пока поприветствуем, пока второй спортсмен уходит. Это Зэк! Влад! Это Зэк, он дрался перед Анатолием Красиным. Зверь, убийца, мамонт и монстр. Огромный буйвол. Спортсмены на середине. Пожали друг другу руки. Правила знаете. Корректно работаем затылок, позвоночник. Коленями в партере не бьем. Подошли по своему. Давай, как все, пойдем в участок. Говорят, супер бой, тяжелый вес. Спортсмен готов? Готов? Ну вот и по весу бой! Бой! Давай, Ладов! Давай! Давай, пошел! По середину ринга. В тяжелых весах так бывает. В этом поединке досрочную победу одержал Асим нокаутом первым. Поблагодарим Влада.